слушай, музыка вокруг, она во всем, в самой природе, и для бесчисленных мелодий она сама рождает звук. Прислушайтесь, она звучит везде, слепой прозреет и глухой услышит, когда всей грудью музыка задышит и вознесет бескрылого к звезде. Аллегро переходит в престо, сплоченный слитер хор металла, и властно над безмолвным залом царит гармония ансамбля. То ноты, слетая с натянутых струн, вдруг разлетаются звонко и вторят им полные радостных дум. Баян, контрабас, гитара и домры. Народный ансамбль русских народных инструментов Дворца культуры имени Ленина, города Тейково. Руководитель Татьяна Афанасьева. В исполнении ансамбля прозвучала увертюра Холминова. Добрый день, дорогие друзья! Жизнь всегда наполнена событиями, и наша сегодняшняя встреча тоже событие и для вас, и для нас. Мы постараемся сделать это событие запоминающимся. Наш ансамбль – уникальный народный коллектив, единственный такой в Ивановской области и по составу инструментов, и потому что он дарит слушателям живое инструментальное и вокальное звучание. Ансамбль – постоянный участник концертов, конкурсов, а также фестивалей, таких как «Волжские зори» в Пучеже. В прошлом году на 19-м межрегиональном фестивале народных хоров ансамблей исполнителей народной эстрадной песни «Волжские зори» он завоевал звание лауреатов. Итак, вам дарит свое творчество народный ансамбль русских народных инструментов Дворца культуры имени Ленина, города Тейково. В феврале в нашей области традиционно проходит месячник по военно-патриотической и оборонно-массовой работе, приуроченный Дням воинской славы, Дню защитника Отечества и Дню воина-интернационалиста. День воина-интернационалиста отмечается сегодня, 15 февраля. Военная тема для ансамбля и его солистов неиссякаема. Это дань памяти, дань уважения защитникам Отечества. И сейчас для вас прозвучит романс из кинофильма «А зори здесь тихие», романс Женьки «Жди меня». Исполняет Светлана Махалова. Oh,
и веселые парни. Один на гармошке, другой на гитаре, узнавшие горе, хлебнувшие горе, в огне сгорели, в боях уцелели. И слушая песню, не скажем с тобою, что час лишь, как парни вернулись из боя. Когда мы вернемся домой, исполняет Валерий Шаров. Ваши аплодисменты, Валерий. И над водой скрывается тут.
Светлые и ясные, чтобы неразлучными были я
и ты. Наш концерт продолжает вокальный дуэт. Песня «Догорит костер» прозвучит в исполнении Елены Жбановой и Сергея Блинова. Yeah.
поэтом при жизни
был невероятно популярен в народе. А после смерти, он умер 25 июля 1980 года, интерес к его огромному творческому наследию стал возрастать еще больше. Среди его героев – защитники Отечества и спортсмены, космонавты и простые обыватели, люди с неудавшейся судьбой и лирические персонажи. Песню Владимира Высоцкого «Я несла свою беду» для вас поет Елена Жбанова. Или оно еще называется «Танго свободы». Композитор Астор Пьяццолла.
Здравствуйте. Ансамбль русских народных инструментов. И прежде, чем прозвучить еще один номер из современной зарубежной классики, джазовое вокальное произведение «Дым», я хочу отметить, что его исполнительница Светлана Махалова обладает личным музыкальным инструментом, о котором можно сказать: голос – это самый сильный музыкальный инструмент, самый сложный, самый звонкий и ярче самых ярких лент. Он и хрупкий, словно волос, он и сильный, как тайфун, сам в себе имеет голос, миллион незримых струн. Встречайте Светлану Махалову! Mm-hmm.
матушка Россия, наша Ивановская область и наша Тейково тоже истари богаты талантами. Мостовые мостить можно. И когда мы слышим звучание русских народных инструментов или песню, будь то русская, казачья или цыганская, душа наполняется гармонией, восторгом, озорством, удалью, мощью. Где гитара звенит, песня звонче и выше, в ней цыганская страсть и веселье, и сердечный накал. Ведь не зря же Толстой перед смертью сказал: «Как мне жаль, что я больше гитару и песню теперь не услышу». Пой, гитара! Для вас поет Надежда Шлиманова. Ваши аплодисменты!
Иду звездопад, ты счастливый, как песня. Подошу я ее, и гитара взорвется. Свою дочь он ждет, твоя мама седая, твоя милая мама,
песни свои. Свищут пули в одной, а в другой — соловьи. Только есть одна песня, всех песней главней, и родная земля, слова первые в ней. Родная земля, для вас поет вновь Валерий Шаров. Ваши аплодисменты. Заветный край, любимый мой, край, что я зову своей судьбой. Лишь твои просторы возвращаясь, я знаю, что вернулся я домой. Счастья тебе, земля моя!
исполняют наши солисты на вашей сцене. Встречайте!
если в зале восторженный зритель. Друзья, с вами сегодня были Народный ансамбль русских народных инструментов Дворца культуры имени Ленина города Тейково, руководитель Татьяна Афанасьева, инструмент Домра Аль, Лариса Наличкина, Домра Малая, Виктор Сезин, баян, Владимир Дадонов, гитара, Владимир Чесноков, контрабас, Игорь Никитин, ударник, солисты ансамбля Светлана Макалова, Надежда Карасева, Надежда Шлиманова, Елена Шпанова, Сергей Блинов, Валерий Шаров и я, ведущая Татьяна Виноградова. Разрешите от имени благодарных слушателей нашего университета пожелать вам творческих успехов, здоровья. Большое спасибо за замечательный концерт. Мы очень рады были с вами встретиться. И мы надеемся, на следующий год у нас будет 20 лет нашего университета. У нас будет большой праздник. Будут все гости. Я надеюсь, что вы у нас еще будете в гостях. Так? Так. Это вам спасибо.